Всем привет! С вами Ольга Чернова. Только мы утеплились, укутались от морозов на случай мороза. Нас настигла другая беда. Пришел шторм. Срывает все наши пленки утепления, уносит на соседние участки, поднимает теплицы. И все это на фоне того, что солнце палит, все в тоннелях. Там такая жара, как в духовке. После мороза 30-градусная жара. Это ужасно. Для растений, наверное, такой стресс, они в шоке, не могут понять, то минус 4, то плюс 30, никак не определится погода, что у нас, весна или осень, или зима вернулась. Погода очень плохая, витрина такой, хотела снять несколько видеороликов, невозможно. Все гремит, все трясется, так что подождем до хорошей погоды. Но выжили все, все прекрасно себя чувствуют, все у нас хорошо. Вот здесь цветочки, петуния начинает расцветать. Все, мы работаем здесь, я все пересаживаю, стараюсь удержать все свои пленки. До свидания.